эту лекцию уже третий раз в Новосибирске. Единственное, что меня попросили, я в основном читал на площадке Новосибирского крупного университета. И меня руководитель этого университета, я как-то неправильно стою. Подглядывайте иногда, у меня здесь есть интересные ссылочки. Руководитель Новосибирского университета Роман Шамолин, он попросил меня, чтобы немножко, так сказать, рефрешить, тем более есть в связи с чем. Правда, данные этого рефреша, они, может быть, там недостаточно свежи, но если хотите, это некая там заявка на то, что, возможно, удастся сделать в будущем. Я с удовольствием бы поучаствовал в этих вещах. Вопрос идет об исследовательских проектах. Так, тема нашей лекции называется «Сибирская идентичность». Кратенько о том, кто я такой. Да, родился я в городе Павлодаре, Казахской ССР. Закончил Новосибирский государственный университет. Я социолог по образованию. Работаю в сфере маркетинга, в сфере социологии, коммуникационного маркетинга, много где работал, в политтехнологиях работал, интересуюсь историей культуры из Сибири, это моя, родина, в том числе историческая, у меня все корни тоже отсюда. Предтворяя, обычно я вынужден всегда это говорить, дело в том, что у нас ужесточилось законодательство, есть такая замечательная статья 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации публичных призывов к осуществлению действий. Я просто к тому, что вот в этом же ничего в моей лекции не будет, но просто при формулировке вопросов иногда, в соцсетях вопросы формулируются, мягко говоря, некорректно. Надо понимать, что, так сказать, у нас это является уголовно наказуемым деянием. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Вот они наказываются штрафом в размере заработной платы. Есть какие-то последствия. Те же деяния, совершенно с использованием средств массовой информации, караются еще строже. Говоря о сибирской идентичности, надо сказать, что не знаю просто, насколько все с этим знакомы, насколько все это знают. Во второй половине 19 века в Сибири, можно сказать, среди лучших ее умов, возникло такое общественное течение, общественное движение, которое получило название «Сибирское областничество». Это движение, было неоднородно по своему составу, не имело какого-то единого вектора. На начальном этапе оно сразу споткнулось на довольно серьезное, противодействие со стороны властей. Властям было еще и очень выгодно, представить Сибирь как второй такой неспокойный регион вслед за Польшей, Украиной и вот прочими этими национальными окраинами, с той западной стороны. А на востоке у нас тоже все плохо. Здесь есть злые, сибирские сепаратисты, которые только и мечтают, чтобы создать соединенные сибирские штаты по типу североамериканских. Главными идеологами и водителями этого сибирского областничества было два человека, этих фотографиях они изображены. Это прежде всего Григорий Николаевич Потанин, урожденный казак, мы с ним земляки, то есть он тоже из северного Казахстана, который тогда не был Казахстаном, а был тоже Сибирью. В романе «Тобол» замечательном Алексея Иванова, там действие происходит на Емыш-озере, потом на этом Емыш-озере возникла станица и крепость Емышевская, в этой Емышевской крепости родился Потанин. Казачьей семьи. У него была довольно бурная, интересная биография. Он закончил Омский кадетский корпус, был однокашником великого казахского просветителя Чекана Валиханова. Сейчас в Павлодаре даже такой парный памятник стоит Валиханову и Потанину. Будучи казаком, служил в Семипалатинске казачьим офицером, участвовал в основании крепости Верной, которая впоследствии стала
городом Верной, сейчас там известным как город Алма-Ата, да, или Алматы. Учился в Санкт-Петербургском университете за народовольческую и вот такую, так сказать, народническую деятельность. Был сослан назад в Омск, в Сибирь. А в 65-м году, вот, собственно говоря, был одним из фигурантов вот этого дела сибирских сепаратистов. И наказывали, там было 11 человек, но 4 как бы самых ярких было человека. Вот, двое по Тане Ядренцев, Шашков и Колосов. Вот. И это был, наверное, единственный случай в истории России, когда на каторгу отправили из Сибири в Центральную Россию. То есть, ну, история прецедентов больше не знает, когда ходили в обратную сторону. Вот. Каторга продлилась до 70-х годов. В 70-е годы он вернулся. Так сказать, будучи членом Российского географического общества, участвовал в многочисленных экспедициях в Тибет, Монголию, на Алтае, в Туву и так далее и тому подобное. Вот, опять же, так сказать, сформулировал основные принципы областничества, сформулировал основные вот эти 5 областных вопросов, до которых мы дойдем еще. Ну и, в общем, в 1918 году, будучи, да, преподавал потом в Томском университете, он сначала, с 1902 года же проживал в Томске, вот, и уже будучи в Томске, так сказать, был, да, очень важная тоже деталь, в Санкт-Петербург его направил учиться наш земляк, томский уроженец, небезызвестный Михаил Бакунин, да, основатель русского анархизма, он как бы сибиряк, вот, и, так сказать, в некотором роде явился таким учителем и вдохновителем Потанина. Ядренцев чуть помладше Потанина, но не намного, это его, так сказать, ближайший коллега. Если Потанин больше был сконцентрирован на деятельности, так сказать, географической, этнографической, у него много было специальностей, он там участвовал в кодификации казахского языка, то есть он, в общем, такой был очень развитый человек. Ядренцев, он был, тоже закончил Санкт-Петербургский университет, был уроженцем города Омска. Вот. Потом также, так сказать, преподавал в школах Томска. Это было принципиально одно из решений, что они никуда не уезжали и жили принципиально здесь, работали в школах. Вот. Также попал в 865 году, значит, вот это дело сибирских сепаратистов. Участвовал в других экспедициях, не вместе с Потаниным, но вот самое главное открытие Потанина принадлежит, на самом деле, Ядренцеву. Именно Ядренцев открыл столицу, точнее нашел ее в пустыне в монгольской, столицу Чингисхана, город Каракорум, точнее его остатки, Харахарин, то, что по-монгольски называется, вычислил его по различным источникам Потанин, но сказал, что он уже для таких экспедиций староват, и, так сказать, эту экспедицию осуществил за него Ядренцев. Таким образом, главным открывателем главного потанинского археологической сенсации является его ближайший соратник Николай Михайлович Ядренцев. Ядренцев умер раньше, до, так сказать, не дождался бурных событий начала 20 века, покончил жизнь самоубийством в Барнауле, там сложная история. Вот. А Потанин, он, так сказать, пережил всю революцию и, в общем, скончался в возрасте 85 лет в городе Томске, похоронен на Томском в роще, в университетской роще, в Томском университете. Ядренцев похоронен на Нагорном кладбище города Барнаула, там уже давно кладбища нет, но могилу его никто не трогает. Еще до революции все, так сказать, труды и события, все, что было связано с областниками, это было, приобрело легальный смысл, больше того, так сказать, в общем, оно не противоречило, скажем так, после 1905 года основной линии государства, а при большевиках с некими оговорками, но именно Ядренцев и Потанин почему-то попали в большой фавор у, значит, у большевистских, так сказать, идеологов, и считалось, что это вот такие сибирские борцы с царизмом. Вот. Хотя, в общем, не так все было просто с сибирским областничеством и с советской властью. Чуть позже я это покажу. Так, не столько надо делать. Да.
Вот это основные труды, которые, точнее, основные детища Николая Михайловича Ядринцева, он считается таким, так, я, извините, я точно, да, все правильно. Вот, значит, он считается главным, не то чтобы, как это правильно сказать, главным трибуном, так сказать, сибирской областной идеи. Вот, главный его труд назывался «Сибирь как колония», он многократно издан, переиздан, его очень легко можно найти в интернете. На его основе не так давно одним из издательств была просто издана огромная книга под названием «История Сибири», ну, по сути дела, это весь ядринцевский текст с некими дополнениями и, в общем, более современными вставками. Кроме того, он был редактором газеты «Восточное обозрение», посвященной жизни Сибири, и выпускал ее сначала в Санкт-Петербурге, потом в Иркутске. Вот. А Потанин написал не так, может быть, много работ. У него в основном работы все были такие некие такие рефлексивные, да, так сказать, они уже писались в 20 веке. «Завоевание и колонизация Сибири», очень важная работа, «Инородческий вопрос в Сибири», «Города Сибири», «Нужды Сибири», «Областническая тенденция в Сибири». Это все такие достаточно такие просто объемные статьи, то есть это не столь там объемный труд, как у Ядринцева, потому что Сибирь как колония, это прям действительно такой вот талмуд, вот, где, в общем, это такой историко-социологический, публицистический текст. Ядринцев очень хороший образный язык, он писал, в общем, достаточно много прозы, у него много путевых заметок, это реально как бы литературные такие произведения, вполне самодостаточные, их можно легко читать и не испытывать при этом никаких, так сказать, затруднений, это, в общем, хорошие тексты просто сами по себе. Вот. Потанин, он более, так сказать, строгий человек, но вот основные все-таки требования областников были сформулированы именно им. Вот. Здесь у нас замечательная цитата из Потанина, и я хотел обратиться, я до требований, вот, политических требований обязательно дойдем, но Потанин, ну и, так сказать, его последователи, в том числе Ядринцев, это, в общем, были не только идеологами, но и, скажем так, методологами нового культурного взгляда на Сибирь и на Россию в целом. То есть некоторые вещи, они поистине были революционными. Я думаю, что, конечно, не так подробно, но в рамках этой вот сжатой лекции я, в общем, попробую это изложить. Ну, во-первых, что касается Сибири, это замечательный результат, который мне очень нравится. Сибирь – это подарок, который народная масса поднесла России. Ее завоевал не генерал, не воевода, а атаман казачьей улицы. Ну, действительно, достаточно такая парадоксальная история, потому что даже если сравнивать, ну, единственное, с кем уместно сравнивать Ермака, это вот с конкистадорами, которые, так сказать, участвовали в завоевании там Америки, да, но и то в некотором роде здесь тоже совсем как бы никем ничего не было санкционировано, да, то есть это, в общем, по большому счету была маленькая корпоративная разборка, да, первых русских олигархов Строгановых со своим этническим соседом, который мешал им жить, да, то есть, а получилось так, что, в общем, прицепили такой кусок к России. Вот. И действительно, без всякой санкции, кого бы то ни было, все это произошло. Ну и что касается вот этих методологических оснований, здесь у меня представлены на иллюстрации экспонаты нашего музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, замечательного, который находится в Академгородке, это музей Института археологии и этнографии. Ну и важная вещь в том, что Потанин впервые заставил по-другому относиться к Сибири и к ее наследию. То есть дело в том, что традиционно, так сказать, вся история Сибири до потанинского периода, она исчислялась, естественно, только с русских. Считалось, что все наследие, оно довольно ничтожно, оно, естественно, вторично по отношению к тому, что было в России, потому что шли русские люди, причем, можно так сказать, не лучшего сорта, да, люди, а это каторжане, это какие-то, так сказать, там, искатели приключений, а здесь никогда не было какой-то серьезной архитектуры, во всяком случае, там, до 18 века, а это были какие-то военные укрепления и так далее, и тому подобное. Потанин как раз в силу того, что он по одной из своих специальностей, он был
археологом, этнографом и так далее, он как раз наоборот возражал, что, в общем, история Сибири насквозная, и народческую историю не только нельзя отрицать, ее надо как бы вплетать в общую ткань, да, то есть историю Сибири. Вот, и народческий вопрос, это я забегаю вперед, он считал одним из важнейших вопросов, так сказать, в Сибири. Для 19 века, в котором он жил, она была действительно один из важнейших вопросов для Сибири, потому что, опять же, забегая вперед, по сути, гражданскими правами какими-то в равной степени с православным населением обладали только мусульмане, в основном только на этнических территориях. Что касается там буддистов, шаманистов и так далее, ничего этого не было, да, то есть было некое подобие там американских резерваций, да, ну вот если касается там Горного Алтая, например, но в общем люди были поражены в правах, культуру их никто всерьез не рассматривал, соответственно, в 18 веке, опять же, вот мы сейчас находимся практически на месте, где находилась деревня Бугры когда-то. Вот, вот мост, который отсюда очень хорошо видно, называется Бугринский. Но если вы присмотритесь, здесь нет никаких бугров, да, никаких холмов нет. Мы очень равнинная местность. Вот, но и по одной из версий, ну, когда она очень кажется очень вероятной, что буграми назывались просто жители вот этой деревни, которые занимались бугрованием, то бишь вскрытием могильников, вскрытием курганов. Вот, тюркских преимущественно, скифских у нас они есть, но южнее гораздо, вот сейчас в Красноярском районе нашли какой-то курган. Именно скифские, а не тюркские. А, так вот, все это выразилось в конечном итоге в том, что появилось такое понятие, как сибирский текст. Да? То есть сибирский текст — это сквозной текст. И вообще Сибирь — это, наверное, чуть не единственная земля. Не буду говорить, так сказать, однозначно вот с приставкой «единственная» и «только», да, но одна из немногих, скажем так, земель, где история не носит этнического оттенка. То есть, если история России, это, в общем-то, история русских. Все, что было до славяно-русских или там параллельно со славянами русских, нам не сильно интересно. А история там США – это история, естественно, белого населения, да, которое в Америке проживает. История Англии — это история англичан, да, то есть история Сибири — это вот некий сквозной текст, который идет там бог знает с каких времен, да, так сказать, и доходит до современности, где вот эти этнические вещи, они просто вплетаются в общую ткань. Опять же, это экспонаты второго музея нашего, да, где так очень причудливо все переплелось. Это башня Казымского острога из низовья Аби, сохранившаяся 18 века. С правой стороны это церковь, привезенная из Якутии, шатровая церковь 1700 года, она датируется. Ну а в центре это, да, это средневековый камень из Сангары, то есть это надписи, насколько я понимаю, это по-тибетски, да, то есть это буддийские камни, вот, которые носят какой-то вот сакральный смысл для буддийской общины, все это является Сибирью, да, то есть это вот запад Сибири, восток Сибири и северо-восток Сибири. Есть еще там Алтай, бесконечная совершенно история, ну и так далее. А Сибирь, кроме всего прочего, обладает собственной символикой. Эта символика в некотором виде, она, в общем, присутствует до сих пор на некоторых современных гербах. Опять же, если герб Сибирского царства был создан по мотивам тамги сибирского хана Эдигера, который сверху чум, вот, на печатях вот, по писем, которые отсылались Ивану Грозному, там эти соболя присутствовали. В последующем при Петре I был утвержден официальный герб Сибирского ханства. Это было одним из наименований нашего императора вот вместе с там, государь всей Руси, да, там, там был великий князь финляндский, польский там, и так далее. Там в том числе был царь сибирский. Вот, соответственно, этот герб он присутствует на большом государственном гербе Российской империи в числе прочих гербов. Ну, в общем, по сути дела, он создан по мотивам вот этой тамги Эдигера, потому что Эдигера тоже соболя держали, стрелы вниз. Вот.
Сейчас этих соболей очень легко можно встретить на гербе Новосибирской области, самого города Новосибирска, Тюменской области. Ну, в общем, присутствуют эти соболи. Кроме того, вот это традиционная бело-зеленая гамма. Есть одна из версий, что этот флаг восходит как бы к, опять же, татарскому населению, которое здесь когда-то жило, к Сибирскому ханству. Правда, меня историки поправляют, говорят, что нет как бы достоверных сведений, поэтому нет, поэтому надо очень аккуратно про это говорить. Но, в общем, вот в таком виде этот флаг появился в качестве флага, символики как раз студенческих кружков Санкт-Петербургского и Казанского университетов, где обучалось сибирское студенчество. Как раз тот же самый Потанин, Ядринцев и так далее. То есть это был флаг, у него нет никакого мусульманского смысла, хотя я думаю, это был в некотором роде такой определенный вызов, потому что Потанин не считал, что между русскими и татарами в Сибири есть какие-то противоречия. А объяснение очень простое, зеленый — это ребя и белый снег, да, это главное богатство Сибири, то есть которое существует. Этот флаг был утвержден на конференции общественных организаций в Сибири 5 августа 2017 года, которая прошла в городе Томске, то есть флаг является официальным. По мотивам этого флага сейчас флаг города Новосибирска, он отзеркальный. Вот. Да, это еще до прихода большевиков, да, то есть это между февральской и октябрьской революцией. Вот, да, это здесь, если позволю, небольшую цитату, собственно говоря, из Потанина, чтобы перейти как раз вот к политическим требованиям, которые были сформулированы. Сибирь слишком большой придаток территории Европейской России. Русские люди, обитающие на этом придатке, не могут не чувствовать, что они живут в особых условиях. По территории Сибири, как ни сходна она во многих чертах с Европейской Россией, особенно с северной ее частью, все-таки свой физический организм. И люди, живущие в зависимости от этого особого организма, должны чувствовать солидарность между собой, и в то же время чувствовать, что эта солидарность связывает их между собой прочнее, чем с жителями других областей империи. Цементом для такого сплочения областных жителей могут служить одни экономические и культурные интересы без национальной подкладки. Опять же, очень важный момент, связанный, так сказать, вот, с инсинуациями вот, сепаратистскими, да, так сказать, обвинениями. Потанин особо настаивает на слове областничество и областной, то есть область — это всегда часть чего-то, то есть, ну, как бы, и это официальное практически само название, то есть если бы Сибирь выступала за независимость, то она не была бы областью. Вот. Но вот по поводу вот этой общности, я просто не знаю, мне сказали, что здесь могут присутствовать люди иногородние, да, не жители Новосибирска, я правильно, да, понимаю? Кузбасса. Ну да, вот мы как раз с Кузбассом, ну у меня вообще была... Крепость Кузнецкая. Крепость Кузнецкая, да, 1600. Ивано-Кузнецкая казачья оборонительная линия. А? Ивано-Кузнецкая казачья оборонительная линия, казаки, осваивающие территорию. Да, я да, знаком с вашим историком Полухиным очень хорошо, мы с ним там очень так активно спорим. Вот, в интернете, он спорщик. Вот. Ну, ладно, это не суть. Но у меня вообще была очень смешная история, когда я работал в Белгороде и еду на такси как бы, на вокзал, и едет ну, таксист вместо. А там, знаете, да, что там очень большая это сибирская диаспора, огромная, да, то есть там, ну, это такой наш любимый юг, куда многие мигрируют из Сибири. Потому что там тепло, там земля хорошая и так далее. И там сейчас сложилось реально просто две диаспоры. То есть одна вот эта вот местная, вот такая очень похожая на Украину, но которая не считает себя Украиной. То есть, ну, в чем разница, не все понимают. Реально не все понимают. Вот. И вот эта большая-большая сибирская диаспора. Причем там и это из Якутии, и севера наши нефтяные, и Забайкалье, Дальний Восток и так далее. И таксист говорит, в командировку поди. Я говорю, да, в командировку. Он говорит, а откуда сам? Я говорю, из Новосибирска. Он говорит, о, земляк. Я говорю, а ты откуда? Он говорит, из Читы. Я говорю, у меня, в принципе, из Новосибирска до Белгорода примерно столько же, сколько из Новосибирска до Читы, но мы земляки с ним. То есть мы с ним земляки, и, то есть это реально так. То есть, потому что даже в Якутии попав, как бы, ну, не чувствуешь себя, что ты в чужой земле. То есть, да, то есть. Ну да, вот как-то все равно все какое-то, ну все сильно похожее. Ну да, там есть какие-то особенности. Еще теплее одеваться надо, да, чем у нас.
Ну, в общем, в принципе, такая, ну, это как бы такое, что называется, анекдот. Вот. Теперь, собственно говоря, если перейти к тем самым политическим требованиям, которые были сформулированы областниками в свое время, да, то есть и Потанин их лучше всего сформулировал. Самое главное требование, которое выдвигалось ими, это было требование отмены колоний, то есть просто прекращение использовать Сибирь как прекратить использовать Сибирь как кадр. То есть это было, они ставили прям такое же значение, как отмена крепостного права в Центральной России, потому что это огромное количество конфликтов, которые возникало между местным населением и, соответственно, каторжанами. Это просто непроизводительная сила, это было понятно и в 19 веке, что каторжане – это не та сила, на которой можно там строить государство или экономику, или там какую-то региональную политику, то есть все было понятно. Вот. Ну и в целом, как бы, это вот сама вот эта тень, так сказать, которая над нами витает, что это вот Сибирь, это вот какие-то страшные лагеря, каторги и так далее, это вот, к сожалению, присутствует до сих пор. Я довольно активно работаю с туристами, с теми, кто приезжает в город, и, в общем, ну да, то есть, если еще там Россия как-то вот, имеется в виду центральная, как-то более-менее, ну, иностранцы, это почти всегда, как бы, где ваши лагеря, где ваши медведи, то есть это два обязательно, так сказать, стереотипа. А второе требование, которое выдвигалось, требование, которое сам Потанин, с сожалением, констатировал, что оно не выполнено и оставлял это потомкам, но я думаю, что оно не исполнено до сих пор, называлось оно, это требование отмены мануфактурного ига, так это называлось. То бишь перераспределение богатств в пользу метрополии. То есть это опять же вот этот тезис, что Сибирь это есть колония, использование, к сожалению, носит колониальный принцип. Ядренцев в своей работе доказал, в общем, вполне популярно и доходчиво, то есть там с цифрами на руках. В общем, не надо объяснять, что, в общем, все это продолжается до сих пор, да, то есть и, к сожалению, ну, в Новосибирске многие знают эту волшебную цифру 14%, да, это те цифры, это тот процент, который остается налоговых поступлений самого Новосибирска. При этом федеральных дотаций мы не видим уже очень-очень давно. Если какие-то целевые там, ну, типа набережные, там время от времени какие-то кусочки там обламываются, да, в городе Новосибирск, то в целом федерального финансирования оно просто отсутствует. Причем уже довольно давно, и, в общем, волшебные 14%. Но я примерно представляю, как обстоят дела в Кузбассе, они там, может быть, там чуть лучше, ну, всяко выглядят, да, то есть там в цифрах. Но сам факт того, что там колониальное использование, хотя бы то, что от шахт в пользу разрезов, да, так сказать, это ваша беда страшная. То есть, ну, она вот опять же лишний раз все это доказывает. Промышленный туризм зато появился. Но на ужасы посмотреть, ну да. Это новая форма привлечения туристов. Ну это как в Чернобыль, то есть понятно, что. Ну да, то есть я не знаю, гордиться этим. Чем тут гордиться, когда Европа российская наша просто Кузбасс не любит? Считает нас как бы черни. Честно сказать, мало кто любит, так сказать, Кузбасс. Это действительно что-то такое, какое-то страшное такое пятно на карте России. И вот сложно с ним. Даже замечательнейший льеж, да, когда там горнолыжники спускаются мимо лагеря, то есть это вот, не знаю, его закрыли или нет. Чудесно. У нас там музей, наоборот, развивается в этом направлении. Класс. Булат наш не оказывается недалеко. Ну и шахта. Но его и не было никогда, но привязали опять туризм. Ну, в общем, да, каторга и плюс мануфактурный. Куда ничего не ушло, все осталось. Да, и третий вопрос, который, так сказать, был, это был вопрос развития местной интеллигенции, создания условий для того, чтобы молодежь не уезжала отсюда. На самом деле, это, наверное, единственный вопрос, который был еще во времена областников закрыт.
общем, появление Томского университета во многом явилось следствием именно их стараний. То есть, потому что они считали, что это большая беда, что отсюда уезжает самая талантливая молодежь, назад она обычно не возвращается. Отучившись в Санкт-Петербурге, в Москве, в Казани, они остаются все там, и как бы вот назад в Сибирь не стремятся приехать, возвратиться. А, ну, худо-бедно этот вопрос закрыт, хотя тоже, на самом деле, опять же, возвращаясь к Кузбассу, раз уж у нас такая тема, опять же, я знаю, что происходит там в Новокузнецке, да, с вашим высшим образованием, когда все это в итоге стянуто, да, стянуто. Благо, Новосибирск еще крепость наша сибирская. Ну, Томск, держит. Новосибирск, да. Все остальные едут, бегут. То есть, в принципе, идеи, что называется, они, в общем, примерно те же самые. Особо было два специфических вопроса, да, то есть, которые областники ставят, вопрос переселенческий и народческий. Если инородческий вопрос, там примерно все более-менее понятно было, то уравнять инородцев в правах как бы с православным русским населением и, в общем, ну, с христианами вообще, потому что католикам по факту тоже, в общем, они все, это была европейская часть, даже в некоторых частях у них было более привилегированное положение, чем так сказать, титульного нации народа, да, то есть у поляков, там, у тех же финнов, там, и конституция была и так далее. Вот, ну вот что касается, я повторюсь, вот шаманистов, да, то есть там опять, да, как бы вот, ну, что-то вот на язык теперь Кузбасс попал, да, то есть то, что происходит у вас в Шоре, да, то есть с шорцами, с их изгнаниями в связи с тем, что там очередную какую-то надо, так сказать, полосу, разрез сделать и так далее. Это все опять все сюда. Ну и переселенческий вопрос. Здесь довольно противоречивая была позиция областников. Она такая была очень изменчивая, потому что, с одной стороны, они как раз выступали за то, чтобы, значит, государство поощряло заселение Сибири, чтобы сюда люди приезжали. Но когда после как раз отмены крепостного права, да, во второй половине 19 века массово, так сказать, бросилось сюда это лапотное крестьянство, да, то есть это столкнулось сразу с огромными конфликтами, потому что прибивались, естественно, к тем деревням, где уже люди жили. Вот, у нас даже, вот, собственно, если к Новосибирску обратиться, да, то есть вот здесь как раз чуть севернее была деревня Кривощёково. Вот, и когда приезжали, так сказать, какие-то очередные порции этих лапотных, которые очень не любили местные вот чилдоны, да, местные, так сказать, вот, потомки казаков, они их как раз вот отправляли на тот берег, хотя там земли нельзя было заниматься земледелием, это была царская земля, но их как бы в деревне не держали, говорили, что там тут и там самим уже негде, поэтому вот туда вот через речку уезжайте, там все хорошо. Вот, но потом, ну то есть, собственно говоря, так вот, позиция немножко поменялась, что не просто переселение, а упорядоченное переселение. И этот вопрос тоже в некотором роде можно считать, во всяком случае, революцию он был решен, потому что ну вот я так немножко соприкоснулся, поизучал там кое-какие документы по Столыпинской реформе. Там же не только было организованное переселение, там еще и была кодификация земель, то есть там же создан был кадастр. Вот, и реально заселяли на те земли, где реально никого не было. Поэтому это великое достижение, то, что заселили степной Алтай, да, как бы вот зону вот, города Славгород, вот, Яровое, вот те Завьяловский район, там, то, что вот сейчас. Вот, там Славгороде памятник стоит Столыпин, они считают его своим отцом-основателем города. Вот, но это действительно так, то есть мы как раз избежали всех вот этих конфликтов со старожильческим населением. Вот, и статистика столыпинских реформ, она, конечно, просто колоссальна. То есть за 10 лет столыпинских реформ население Сибири удвоилось, то есть просто в два раза стало больше за счет вот этого организованного государством переселения. Отречение. Да, потом довольно много вернулось после революции, понятно, так сказать, гражданская война здесь бушевала, то есть много чего было плохого, потом там насильственно переселяли, но это уже другие немножко процессы. В принципе, итоги Столыпинской реформы, они более чем позитивные. Вот, ну и вот на переселенческом вопросе я бы хотел остановиться особо, как раз вот, если хотите, могу даже, там, замечательный памятник сейчас Барнауле как раз появился вот этим лапотным, которые пришли в свое время из центральной России, да, то есть и стали вот такими новоселами, да, так сказать, вот Ядринцев довольно четко типологизирует, да, то есть у него есть понятие старожил, ну или челдон, да, то есть это вот потомки казаков, потомки
значит, первопоселенцев. Обычно это достаточно активно смешивалось с тюркским местным населением, с теми же телеутами, с там, шорцами, алтайцами, татарами, казахами и так далее. Вот. Это вот типичный этот, представитель такого населения, если вы вспомните, как выглядит Василий Макарович Шукшин. Вот это вот типично совершенно чулдон, да, то есть то, что потом называлось там рожа чулдонская, да, то есть абсолютно азиатские черты лица, и при этом это там великий русский писатель. Вот, а второе — это переселенцы, да, то есть это те, кто пришли, вот, собственно, после отмены крепостного права, да, это уже крестьянское население. Было понятие новоселы, это вот и Столыпин, но Ядринцев не застал Столыпина, но более организованные, так сказать, когда массы уже переезжали. Ну и поселенцы, то есть это освободившиеся каторжане, либо был один из способов, совершенно чудовищный, на мой взгляд, практика, которая существовала в революционной России, когда каторжан, вместо того, чтобы их отправлять на каторгу, их прикрепляли к каким-то деревням, очень часто старообрядческим. Ну то есть старообрядческая деревня, где вот та самая история, да, когда дверей не запирают, да, то есть потому что не от кого, да, то есть сами с собой живут. И к ним там селят одного там какого-нибудь грабителя и насильника. То есть и вот два у них человека, типа они их должны перевоспитывать. То есть, ну, понятно, что это там нередко заканчивалось каким-нибудь убийством, или старообрядцы на себя грех такой брали, или эти товарищи, так сказать, с перепою там мстили этим нежелавших им их обслуживать и так далее. То есть это вот как раз то, против чего очень активно областники восставали. Ну вот я хотел как раз посвященный переселенцам, буквально маленький такой литературный кусочек. Ядринцев, как я сказал, уже участвовал в географических экспедициях, но это были экспедиции в основном в нынешний Горный Алтай. То есть это он описал очень хорошо Телецкое озеро, описал Горную Колывань, то есть прямо у него очень подробные такие путевые заметки и там карты, русла рек там, и так далее. То есть как-то гидрография, да, это называется. Ну вот очень интересная сценка, потому что он попал в красную территорию, ну что-то в районе нашего Артыбаша, да, то, что мы знаем, да, вот север Телецкого озера. Это нечто, опять же, повторюсь, наподобие вот резервации, то есть это такая самоуправляемая территория, вроде как вошедшая в состав России, но, в общем, там власть местных князей, она вся сохранилась, и, в общем, русские туда не лезут. Если лезут, то лезут с какими-то довольно грязными целями, так сказать, с целью там за водку и какой-нибудь там безделушки, как у индейцев, да, выменить какие-то ценности, да, вот у местного населения. Ну, в общем, там поторговать, что-то там выменить, ограбить и в общем, что-то такое. Ну, вот, и забавно, что вот он, его, естественно, как интеллигента, как представителя властей, вот географического общества, вот местный этот Зайсанг, он его встречает там с большими почестями, значит, там припровождает. И тут случается такой легкий конфликт, то есть какой-то русский крестьянин, да еще и с ребенком, значит, приперся на землю вот этих горных алтайцев и пытался там заняться земледелием. Естественно, его тут же, значит, схватили и притащили судить к этому Зайсангу, чтобы, значит, ну вот, что-то с ним сделать. Ну и Зайсан говорит, ну это ж ваш, давай пойдем вместе типа судить, вот, будем разбираться с этим товарищем. Ну это такой маленький кусочек. Между тем новосел как будто не понимал своего положения. После всех расспросов, препирательств и брани Зайсаном и народцем, он вдруг обратился ко мне с каким-то наивным, заискивающим взором. Ваше благородие, позволь мне порабить здесь пока, я бы им на покосе помог, день женок заработал, да и местов подыскал, позволь. Наивность была поразительной. Любезный друг, спроси у них, пустят ли они тебя, ведь ты вооружил на себя все население. Зайсаном поссорился, а земли им принадлежат. Да наконец-то даже без паспорта. Позволь порабить, слышался один ответ. Сколько я не убеждал переселенца, а я видел один упрямый взгляд, подтверждающий решение во что бы то ни стало отыскать место. Стремление переселенца, его юридическое положение и отношение к нему окружающих, все это составляло такой гордиев узел, такую кашу, какую я привык встречать в наших колонизационных местах. Я лег спать, мечтая о выезде завтра в пустыню, но судьба переселенца не выходила из головы. Ведь надо же было этому пионеру колонизации забраться в такую трущобу, где мы русские с 17-го столетия, то есть со времени
похода Сабанского не могли поставить ни крепости, ни основать русского поселения, кроме жалких татарских хижин. Ну, это, собственно, Бекатунский острог, Кузнецкие остроги и так далее. То есть то, что там сжигалось регулярно, то алтайцами, то телеутами, то потом, значит, джунгарами и так далее. Сколько административных усилий было напряжено. Командиры посылались, начиная с Шпрингера, казачьи линии проводились от Сальбыда до Побии, пробовали дорогу пролагать. На Телецкое озеро при генерале Корцевиче казаков садили, и магазин для рыбы строили. Ничего не появилось. Магазин разрушился давно, и озеро пустынно, дорог по-прежнему нет. И вот пришел теперь настоящий работник, Виноградов, истый завоеватель с упорным трудом и мускулистыми руками. Дайте поробить. Что же мы с ним сделаем? Как мы его отправим назад? Какое фатальное недоразумение, какая ужасная судьба. С какими средствами и силами наконец явился этот отважный завоеватель? Убогий, в одной рубахе и зипуне, на худенькой лошаденке, с ребенком на руках, один в глухих лесах, грозной пустыне. Явиться при таких средствах, разве это не героизм, равный безумию? Он явился, не зная условий существования, в незнакомую среду. А в селении, где вели себе гнездо только хищники, черни, эксплуататоры и народцы, явился с девизом «Позвольте поробить». Он пришел, может быть, преждевременно, как везде, протаряя дорогу. Тем не менее, это все-таки настоящий завоеватель. Он остается здесь когда-нибудь, и будет ему принадлежать будущее, будут принадлежать леса и дебри. Недаром он шел из Воронежской губернии без средств, прося по дороге только поробить. Прошел всю Россию и Сибирь, основался здесь. Такой человек не умрет с голоду нигде. Везде нужны руки, везде надо поробить. Это его вера. Вот. Ну, собственно, это вот что касается требований. Так, пардон, да, вот, собственно, такая, да. И вот еще одна, да, это я уже, в принципе, сказал. Областническая тенденция тоже, что и местный патриотизм, это из Потанина. Отрицать ее, это значит лишать сибиряков права на местный патриотизм и сибирифильство. Термин «местный патриотизм» упразднился бы только в том случае, если Сибирь бы стала независимым государством. Он перестал бы существовать термин, а тенденция осталась бы. Отпал бы только эпитет «мест». Стал бы вместо «местный патриотизм» говорить просто «патриотизм». Вместо «областная тенденция» стали говорить «государственная тенденция». Но верящий, что политический гений русского народа создаст такие законодательные нормы, которые доставят областям возможность развивать энергию, свойственную ими, особенно колонию, центробежной силы, не теряя солидарности с другими областями империи. Не нуждаясь в отпадении от общегосударственного тела, должны признать, что областническая тенденция, покоящаяся на экономическом соревновании частей государства, имеет право на столь же долгий срок существования самого государства. Вот. Но это, собственно говоря, вот, опять же, упреждая все обвинения в неком сепаратизме. Вот. Но это в некотором роде теория, да, то есть мы же говорили, что у нас будет теоретическая часть, будет часть практическая. Ну вот, собственно говоря, немножко про практическую часть. Вот. Дело в том, что да, генезис взглядов немножко остановились, да, так сказать, областничество, 60-е защиты народцев, требования автономной Сибири, вплоть до отделения по североамериканских, по типу североамериканских штатов. Ну, как раз в чем как раз суть вот книжки «Сибирь как колония», в том числе как бы обосновываются, ну так, в строгом соответствии там с там, работами Ключевского, да, потом тоже прям то же самое Гумилев давал, некие природные условия, да, отдельного существования, что здесь все по-другому, что здесь другой климат, другой тип хозяйства, другая история, другое население, ну и так далее. Все другое, так сказать, почему мы должны жить точно так же, как в метрополии, да, то есть кто сказал, что у нас нет, так сказать, своего какого-то собственного пути. Вот. А в 865 году это дошло до первого общества независимости Сибири, 70-й переход на позиции народничества, потом либеральное народничество, потом либерализм. С начала 20 века происходит вот такое размежевание на правых областников и левых. Последние фактически сливаются с партией эсеров. Если правые, они, так сказать, больше тяготели, ну, к некому, так сказать, поиску вот некой сибирской правды, да, то есть то левые, в общем, считали, что нужно действовать. И, в общем, примкнули к эсерам, в основном к правым эсерам, то есть Бориса Саенко. Так вот, что касается, так сказать, мы так немножко кратенько по этому периоду пробежим, но период на самом деле достаточно любопытный. Здесь особая роль, конечно, была трех городов, Томска, Омска и Новониколаевска.
У нас был довольно короткий, но очень яркий период независимости Сибири, что опять же дает, так сказать, повод упрекнуть областников в том, что, так сказать, нет, это вот под этой благой личиной скрывались на самом деле самые настоящие сепаратисты. Но опять же, немножко не договаривать. Значит, 2-9 августа 17-го, я просто в хронологическом порядке с небольшими комментариями. Состоялась конференция общественных организаций Сибири, на которой принимается государственный флаг Сибири. Ну и вообще обсуждается вопрос о неком, так сказать, вот, существовании Сибири. Ну, конечно, вот на основании тех трудов, которые были написаны областниками там, за последние 50 лет. 20 января, 2 февраля 2018 года, начало работы Сибирской областной думы в городе Томске. Там же там несколько дат, потому что это не старые новости, потому что там начиналась работа думы, откладывалась, потом опять начиналась. В общем, там не было кворума у него, фактически он проходил в подпольных условиях, потому что это уже власть уже была большевистская, вот, и в Томске в том числе был так называемый центр Сибирь. Такое большевистское правительство с участием там левых эсеров, анархистов, ну, преимущественно большевистское. Вот. Эта дума, она формирует правительство, вот, ну, чуть позже, да, уже 28-10 февраля, после разгона официального, фактически в подпольных условиях, временного сибирского правительства под председательством Дербера. Вот. Это тоже такое любопытное, это, в общем, эсер, к Сибири он отношения не имел практически никакого, он одессит. Вот, ну вот сибирское областное правительство, оно было сформировано, там оно действительно было очень смешное, например, там министром по национальным вопросам, я забыл фамилию, там какая-то сложная фамилия, был назначен один из лидеров там бурятского духовенства, а оказалось, что он на самом деле выступал за независимость Бурятии как таковой, то есть ему вовсе не интересны были все эти вопросы, связанные с Единой Сибирью, да, в общем, вот как-то так. Кроме того, там, в общем, правительство формировалось по коалиционному принципу, например, там включили одного из большевиков, вот, который знать не знал, что он, оказывается, там министр какого-то областного правительства, вот, и вообще-то участвовал в Центре Сибири, который разгонял это сибирское правительство. В общем, такая как бы путаница. В конце концов, это правительство, оно эвакуировалось, оно отсюда бежало, эмигрировало в Харбин. Оно было, в общем-то, на самом деле, оно было эсеровским, хотя таким правоэсеровским. Вот. А потом, в мае 18 года, как мы все знаем или не знаем, мне часто приходится, к сожалению, сталкиваться, что в нашей историографии наш курс школьной истории как-то вымарывает эту страницу, у нас Колчаком как-то так из воздуха материализовался у нас. Произошло восстание Чехословацкого корпуса, ключевым городом в этом восстании стал именно город Новониколаевск, с него началось падение советской власти 25 мая. Первым был Мариинск, тот же самый 25 мая, но это был, так сказать, пробный шар. Вот, фактически штаб этого восстания находился здесь, в Новониколаевске. Вот, под руководством вот Радана Гайды, Войцеховского, Чечета, это чехи, Войцеховский русский, ну, поляк польского происхождения, русский полковник, и, так сказать, полковник, генерал уже, по-моему, был в то время, Гришна Алмазова, так сказать, произошло свержение советской власти. Дальше все это посыпалось, как эффект домино, да, то есть вот 6 июня, да, насколько я помню, пал Омск, да, то есть ключевой город здесь губернский. Вот, фактически власть перешла в руки областного как раз вот этого самого правительства, оно было сформировано заново, потому что по тем, так сказать, временам, очень сильно поправившим, правительство Дербера выглядело крайне революционным, никто их назад, из этой эмиграции назад не приглашал, то есть было заново сформировано правительство, да, Дерберовское правительство переехало из Харбина во Владивосток, там в Харбине установился власть, господи, вылетел из головы, Хорвата. Вот, а они уехали во Владивосток, где еще, так сказать, более консервативная вся была история. А наше временное сибирское правительство Дербера во Владивостоке стало называться временное правительство автономной Сибири, ФПАС, у него такое сокращение. Фактически одновременно 28 июня во Владивостоке они заново переучреждаются, а 30 июня
в Омске формируется временное сибирское правительство под руководством Петра Вологодского, которого Дергера официально занимал должность министра иностранных дел, но не уехал в эмиграцию. Вот. 4 июля 2018 года происходит знаменательное событие. Обратите внимание на дату, 4 июля, да, то есть день, это по новому стилю. То бишь, это можно сейчас праздновать, это День независимости Соединенных Штатов Америки, если кто-то вдруг забыл. Вот. Была объявлена, провозглашена в Омске декларация о государственной самостоятельности Сибири. Я сейчас зачитаю эту декларацию, точнее выжимки из нее, вы поймете, что она, в общем, не столь однозначный документ, как его частенько пытаются представить. 13 июля 18-го определение западной границы Сибири по рекам Печора, Кама, Уфа. Да, еще один важный момент, я прошу прощения, упустил это. Сразу после падения советской власти, вместе с чехами, во-первых, в свержении советской власти принимают участие вот эти сибирские добровольцы, которыми командует Гришна Алмазов. У них на рукавах бело-зеленые повязки. Это такой опознавательный знак. И фактически сразу после этого начинает сформироваться сибирская армия. То есть это сибирская армия вот именно вот этого областного правительства. Успехи Гришны Алмазова совершенно феноменальные были по формированию этой армии. Вот у нас сейчас Виктор Иванович Козадой, да, наш как бы знаменитый историк и тоже политтехнолог, политтехнолог, когда-то политикой занимался, да, очень активно. Он сейчас взялся за тему как раз независимой Сибири, да, вот что-то как-то так в воздухе летает. Вот, такие интересные цифры приводил, ссылался там на источники. Гришна Алмазов там буквально за месяц собрал под штыки, так сказать, 140 тысяч бойцов. То есть это примерно в три раза больше, чем было у Деникина, да, на юге России. То есть, в общем, феноменальная совершенно армия. Вот. Начали, так сказать, теснить большевиков туда, на запад. Вот, собственно, почему и определили западную границу Сибири по рекам Печора, Кама, Уфа, да, то есть это вот на тот момент. Гришна Алмазов, который потом уехал как раз на юг, да, туда, к Врангелю, сменил его Анатолий Пепеляев, младший брат будущего колчаковского премьер-министра. Пепеляев как раз участвовал во взятии Перми, да, то есть это феноменальное совершенно было событие, когда была Пермь взята, и ни одного большевика не было расстреляно, потому что Пепеляев, в общем, был гораздо левее, чем все это, командующий армией был гораздо левее, чем все это правительство, которое требовало жертв, да, требовало, так сказать, давить эту красную там сволочь и так далее, да, а Пепеляев просто со всех взял подписку о том, что не занимаются ни государственной деятельностью, разоружил всех и отправил по домам. Вот. И после этого триумфального взятия Перми его прозвали сибирским Суворовым. Вот. А замечательная книжка Леонида Юзефовича называется «Зимняя дорога». Немножко про другое, но там вот эти истории пепеляевские вот, времен гражданской войны, вот 17-18 годов, очень хорошо изложены. 21 июля сложение полномочий Дербером, переход председательства к Лаврову. Это уже технически, фактически правительство перестало существовать. 4 августа 2018 года, вот имеется в виду то Владивостокское правительство, 4 августа 2018 года декларация о полноте власти временного сибирского правительства Вологодского, 8 августа декларация временного правительства автономной Сибири, то есть Дерберовское правительство, но Лавровское уже, оно, так сказать, после, то есть кто, у кого есть полнота власти, то есть у фактических правителей или у вот этого иммигрантского правительства, вот, по сути, изгнания в Владивостоке. В августе Дербер пытается Лавров пытается переговариваться с Хорватом, заканчивается все это неудачей, правление административного совета под руководством Гинца, ну и дальше как бы октябрь, Самороскус ФАС, признание власти временного всероссийского правительства, так называемого Уфимской директории, 3 ноября передача власти от правительства Вологодского временному всероссийскому правительству. Это правительство, которое как раз стало впоследствии правительством Колчака. То есть там сначала, если вы помните, было коалиционное правительство Колчака, он его потерпел не очень долго, уже в ноябре он его, так сказать, маленький дворцовый переворот, и он себя сам назначил верховным правителем. Изначально он был всего лишь навсего военным министром, приглашали его как военного министра. Ну, про Колчака я, так сказать, не буду, это немножко другая тема, другая история, да, то есть только там
удивительно, как был растерян весь этот потенциал этих 140 тысяч, так сказать, сибирских бойцов. И вообще это просто такая волшебная история, как вот можно все потерять прям буквально за год. Вот, и настроить все население Сибири против себя, да, то есть так что вот это слово «колчаковщина», оно даже ни у кого отрыжки не вызывает, потому что это все чистая правда, да, то есть, в общем, не хочется там, кто больше, так сказать, настрелял людей, да, красные или белые, но, в общем, белые тоже будут достаточно жестокие. Вот, а про эту историю как бы совсем не хочется, а хочется вернуться как раз к Декларации государственной независимости Сибири. И зачитать вам два кусочка. Принимая во внимание, что российской государственности как таковой не существует уже, временно сибирское правительство торжественно объявляет во всеобщее сведение, что ныне она вместе с Сибирской областной думой является ответственной за судьбы Сибири, а также заявляет, что отныне никакая иная власть не может действовать на территории Сибири. То есть все, независимость. Временно сибирское правительство не считает Сибирь навсегда оторвавшейся от тех территорий, которые совокупностью составляли державу российскую, и полагает, что все его усилия должны быть направлены к воссозданию российской государственности. Характер дальнейших взаимоотношений между Сибирью и Европейской Россией будет определен всесибирскими и всероссийскими учредительными собраниями. То есть это в декларации независимости сразу же, так сказать, говорится о том, что независимость временная, и, в общем, никто, так сказать, никуда отделяться не хотел. Во многом это, конечно, была декларация, направлена просто некое позиционирование большевиков, что это не просто был восстание, там, да, как его называют, чехословацкий мятеж, да, или белочешский мятеж, его там по-разному называют. Но, в общем, что это не просто какой-то мятеж там, бывших там, союзников и бывших твоих пленных, да, а это полноценная передача власти, то есть это, так сказать, пришла другая власть, наша местная сибирская. А, вот. То есть вот на этот момент просто хочется особо обратить внимание, да, то, что, в общем, и независимость, не независимость, и сепаратисты, не сепаратисты. Хотя на нынешнем памятнике Потанину, я просто сегодня вернулся из Томска, вчера просто на этом памятнике, я не могу, я всегда, когда бываю в Томске, обязательно посещаю могилу Потанина, благо это несложно, то есть это университетская роща, вот самый центр города. Но и в Барнауле мы всегда, ну, есть такая возможность, на горный парк поднимаемся, да, так сказать, на могилу Ядринцева. Да, вот, на могиле Потанина, которая была, перенесли его из университетского кладбища, где сейчас микрорайоны, его перенесли в специальную могилу в 50-е годы, перезахоронили на территории университета. И был отлит новый памятник с новым постаментом. И там, на этом постаменте, если вы подойдете, очень такая криминальная фраза написана. То есть это вот как раз на той же сессии, 4 июля, ему было присвоено звание почетного гражданина Сибири. То есть и на памятнике написано почетному гражданину Сибири Григорию Потанину. Ну, гражданство возникает только в независимых государствах. То есть, соответственно, почетный гражданин Сибири, это означает, что Сибирь, то есть 50-е годы, то есть, смирились с этой формулировкой. Да. Вот. Другие деятели областничества, просто это как раз к тому, что, в общем, не все так было гладко, и то, что Потанинский, и даже есть две улицы в Новосибирске, есть улица Потанинская, может быть, кто-то знает, из иногородних местные точно все знают, есть улица Ядринцевская, которую все называют у нас Ядринцевской, вот, хотя он Ядринцев, и улица, соответственно, Ядринцевская должна быть. Вот, и вроде как все очень так благостно, и, в общем, все труды изданы, и, пожалуйста, Томский университет регулярно все это переиздает, и там какие-то, так сказать, там по мотивам чего-то там издается и так далее. Ну, в общем, вот три просто судьбы, да, так сказать, это Адрианов, ученик Потанин, это все второе поколение областников, это все ученики Потанина и Ядринцева, да, в некотором смысле Адрианов, это географ, он участвовал во многих экспедициях, в том числе потанинских, это первооткрыватель енисейских писанец. Вот писаницы, которые на Енисее, это Адрианов их открыл. Вот. А он в гражданскую войну, еще до нее, да, вот, вот после революции, издавал газету «Сибирская жизнь», вот был ее главным редактором, был одним из первых, кого арестовала советская власть после падения города Томска, да, то есть после Колчака в 19 году. Но, как говорят по свидетельствам, он был просто зверски замучен, где похоронен, никто не знает. То есть погиб в марте 20-го года, его там пытали, так сказать, издевались над ним всячески и так далее. То есть человек погиб просто совершенно какой-то лютой смертью. А Казьмин Колосов – это в некотором смысле такие профессиональные революционеры. Это вот как раз то самое, так сказать, боевое крыло. Вот.
Колосов участвовал прямо в боевых бригадах савенковских, да, так сказать, террористических, такие областники практики, да, что называется. Это не мешало им довольно в сложных отношениях. Например, вот Казмина, его арестовывали, он работал в Забайкале, в Иркутске, сам Красноярец, насколько я помню. Вот. И, например, его арестовывали семеновцы. То есть семеновцы его чуть не расстреляли, он туда от них убежал там куда-то, еще куда-то дальше. Вот. В общем, с советской властью они вроде бы поначалу вроде как помирились. Колосов даже работал в каком-то наркомате, типа там наркомате финансов, потому что был очень неплохим там экономистом, статистиком, ну, в общем, что-то считать умел. Вот, курировал что-то там в Ленинской библиотеке, и 1937 год, естественно, расстрелян. То же самое с Казьминым. Казьмин работал в правительстве Бурят-Монгольской автономной АССР, вот, то есть, в общем, тоже признавались его революционные заслуги, и, так сказать, его там умные таланты, и то же самое, 1937-1938 год, все были расстреляны. То есть, ну, так сказать, в общем, не надо питать иллюзии, в общем, понятно, что Потанин уже умер, в общем, можно сказать, глубоким стариком, да, 85 лет. Но, в общем, если бы он еще там годик пожил, не факт, что все бы так замечательно закончилось. В общем, советская власть как-то очень условно их любила, этих областников. Не всех и не везде. А последствия, следующее, так сказать, последствия областничества. Да, конечно, так сказать, в целом областничество было объявлено, конечно же, такой вот... полезной, но ересью, вот, в общем, все книжки, которые сдавались в советские годы, они были вот такие еще там 40 страниц предисловия, которые нужно обязательно прочитать, чтобы правильно читать Потанина, потому что вот без правильной указявки вдруг прочитаешь что-нибудь не то, то есть поэтому тебе надо прямо сначала руководящую роль, так сказать, что ж там не того написано. Но, тем не менее, последствия были очень интересные. Были сокращены все существовавшие губернии на тот момент, и на их месте был образован совершенно огромный, вот такая у него территория, Сибирский край. В общем, очень напоминающий нынешний Сибирский федеральный округ, но без Тувинской этой республики. Вот, и все остальное, в общем-то, входило. И Томск, и Омск, две таких фактических столицы независимой Сибири, были очень строго наказаны. Было решено, что жизнь начинаем с чистого листа, начинаем строить новую Сибирь. Столицей Новой Сибири будет город Новосибирск, который на тот момент, так сказать, не обладал, ну, 32 года было городу, здесь было там, ну, какое-то количество там купеческих особняков, и даже близко не было вот этих шикарных губернских проспектов, да, как Любинский в Омске, да, или вот Почтамская в Томске, да, вот нынешний проспект Ленина. Никогда такого ничего не было. Зато стали появляться огромные там тресты, правительственные здания, Сибревком, Западно-Сибирский крайисполком, 100-квартирный дом, дом под часами и так далее и тому подобное. Да? То есть вот появилась столичная архитектура, это так строили Новую Сибирь. Это в некотором роде было такое последствие. С одной стороны, вроде как удовлетворяли чаяния, да, трудящихся на некую идентичность, с другой стороны, в общем, все сделали по-другому. То есть без Томска, без Омска, без Иркутска, то есть без старых городов, а вот на новых пролетарских основаниях. Вот. Хотя, в принципе, падение советской власти с Новониколаевска и лишнего Алмаза тоже можно было припомнить при желании. Вот. Дальше, так сказать, пробыл... Да, это, кстати, не только для Сибири характерно, потому что, например, тогда же была сформирована огромная Уральская область, куда входила Тюмень, Челябинск, Пермь и Свердловск. И был Свердловск назначен такой же столицей. Это то, что нас очень роднит, почему в Новосибирске так много конструктивизма и в Свердловске так много конструктивизма. Там, в общем, архитектуры хватало, у нас здесь ее просто не было, да, так сказать, землянки были, какие-то вот избушки, вот, и вместо них. Но тоже нужно было строить какие-то тресты, там, не знаю, управление и прочие там правительственные здания, и для этого тоже, в общем, строилось все довольно активно. Там дальше был процесс разукрупнения. Первый процесс был очень простой. Существовал Сибирский край до 30-го года. И с 30 по 37 был так называемый Западно-Сибирский край. Ну, в общем, последствия вот этого новосибирского столичества мы в некотором роде ощущаем до сих пор. Да? То есть это вот именно с тех пор мы
Томск, Кемерово, Барнаул и Горный Алтай, как вот какой-то ближний пригород, да, так сказать, воспринимаем, вот, ну, на один день скататься, вот, ну, какие-то такие наши младшие братья, да, то есть это вот примерно с тех пор все это, так сказать, повелось, вся эта традиция. Западно-Сибирский край все 7 лет кромсали, если вот видите первую карту, туда еще входил юг нынешнего Красноярского края, запад, Ачинск входил Минусинск, входила Хакасия, это первым, что отделилось, да, в Красноярский край, там Омск выделился, наконец, в 1937 году оттяпали Алтайский край с Горно-Алтайской автономной областью. И во время войны, как мы все знаем, в 43-м отвалился Кузбасс, да, то есть в виде Кемеровской области, в 44-м Томская область. И осталась Новосибирская область, даже есть такая конспирологическая теория, что, в общем, территорию Западно-Сибирского края кромсали по принципу абсолютной несамодостаточности, что ни один регион нынешний в Западной Сибири не является самодостаточным. Мы вообще очень смешной регион, где больше половины населения проживает в областном центре и его пригороды, да. Примерно то же самое в Омске, да, то есть Томск – это столица огромной болотной области, да. Кузбасс – это сплошные города, из которых непонятно, кто главный и где там вообще культура, где там образование, там сплошные шахты и металлургические комбинаты, и нет ни сельского хозяйства, ну, толком, да, то есть и он там сокращается постоянно. В общем, даже железнодорожный город Тайга, и там уж тем более Юрга, который, например, приезжаешь, и там такой диагноз, не шахтеры, то есть, и все, и как бы крест на городе, жизнь стоит. Ну и вот какие-то такие вещи, то есть, они, конечно, в общем, Алтайский край, да, сплошное сельское хозяйство, опять же, ни культура, ни образование, ни промышленности, ничего, вот такая вот полная несамодостаточность всех этих регионов. Ну, мы-то, конечно, самое смешное, потому что у нас мы большой столичный город, где нашими подчиненными являются там село Венгерово, Баган и город Искитим. То есть, ну, вот это вот, так сказать, наши населенные пункты Новосибирской области. Вот. Ну, в общем, такая вот история. Но на этом еще не все, потому что есть еще вот такая малознаменитая, малоизвестная история. История так называемого дела Памира. Это дело конца 20-х годов, когда вот на волне, так сказать, вот этого как-то угар НЭПа, да, называлось, 28-й год. Сначала в Новосибирске, потом они вынуждены отсюда переехать в Москву. Была сформирована так называемая группа писательской объединения «Памир», вот, которая себя, ну, в некотором роде объявила таким наследником областнического движения. Причем все там было на самом деле достаточно запутано. Там гораздо больше как бы было какой-то вот такой вот интеллигентской романтики, чем каких-то серьезных вещей, да, так сказать, называлось это все, да, общество «Памир». Почему «Памир»? Потому что, с одной стороны, «Памир» — это, ну, вообще тогда как бы Сибирью называли всю, по сути дела, азиатскую часть России, вот, но считалось, что это вот примерно там, где была граница Российской империи, то есть на Памире, это вот как бы есть южная граница Сибири. Вот. Хотя географически, конечно, там определяется как этот казахский мелкосопочник, да, то есть район Караганды. Вот. Ну, вот как-то так географически считается, что это Сибирь. Но тем не менее. А во-вторых, Памир, конечно, это вот как некие вершины, да, вот некие пики, которые должна Сибирь там когда-то достигнуть и так далее. Руководил этим всем писатель Николай Анов. Кроме того, входили вот специально Анов, Феоктистов, Ерошин, стоят сзади Забелин, Мартынов, да, то есть это вот те, кто как раз учился, Марков, Мартынов. Это Москва, 29-й год. Вот, обсуждалось, ну, в основном какие-то такие романтические, причем там опять произошла какая-то путаница, потому что они там романтизировали адмирала, то есть слово «Колчак», естественно, произносить нельзя было, да, то есть, ну, вот адмирала там любили, да, то есть, в общем, хотя в некотором роде можно сказать, что адмирал, в общем, все профукал, да, так сказать, наследие областников, но тем не менее. Вот, а в 30-м году все это дело активизировалось, потому что, значит, даже в 29-м, когда с началом коллективизации, поскольку все они были выходцами из Сибири, а Сибирь это прежде всего, конечно, крестьянство, да, то есть и коллективизация по Сибири, она била больнее всего, опять же,
если кто-то не знает, то коллективизация началась с нас, с Сибири, конкретно с Новосибирска, потому что в 27-м году не выполнили планы, Сибирь не выполнила план по зерну, сюда приезжал Сталин в феврале 28-го года, было куча совещаний, куча поездок по зерновым районам, показательные, значит, там суды над кулаками, показательные там раскулачивания, в общем, отработали на одной территории, естественно, перепуганные крестьяне, ну, которые... А все очень просто было, по закупочную цену уронили ниже себестоимости, крестьяне сели на зерно. Все это представлялось как эти злые кулаки, которые хотят оставить родину голодать, да, то есть никто же не говорил, что это его зерно, которое он своими руками вырастил, да, то есть, в общем, надо все это реквизировать, и, в общем, перепуганные крестьяне, конечно, все сдали, планы все выполнили, но решили, что вот оно, решение это всех проблем, ну и поехали по всей стране. А, естественно, вот эта писательская группа в Москве, так сказать, сибиряков, она очень достаточно остро на все это реагировала, но опять, как реагировала? Ну, какими-то, так сказать, там, стихами, литературными произведениями, еще чем-то, как они еще могли реагировать. А, в 30-м году все-таки всю эту группу, так сказать, накрыли, все это назвали «сибирские бригады». Вот, все люди были арестованы, в том числе был арестован поэт Павел Васильев, еще один мой земляк, вот, наверное, один из самых лучших поэтов Сибири. Вот, а в 1932 году их всех простили по заступничеству Горького, кроме того, какая-то такая мягкая оттепель была после вот, усилий коллективизации, вот, после голодухи, которая случилась. Вот, вроде как всех распустили, мягкие приговоры, кого-то отправили в ссылку, кого-то, значит, там дали условные сроки, кого-то просто отпустили, значит, там с покаянием, там на поруки и так далее. Вот, но в 37-м году опять всех забрали, и уже все, без окончательно, бесповоротно, все были расстреляны, все были уничтожены, то есть никого, так сказать, не осталось, там буквально какие-то единицы остались. Вот, ну вот такая, как бы, вот такая история. Собственно, можно сказать, что в советский период, конечно, до там, 80-х годов все это дело было, в общем, в целом задушено. Вот. Хотя, конечно, можно с большими натяжками считать, что там появление, индустриализация Кузбасса, не знаю, появление Академгородка и других там научных центров, ну, это тоже в некотором смысле, в некотором роде было там, ну, как какой-то тренд от того, что делали областники когда-то, да, и их требования там к особым там сибирским мотивам и так далее. Я сейчас вот не хочу обсуждать вопрос конца 80-х годов, там, конечно, любопытно все, но, в общем, тоже какой-то оттенок такой буфонады немножко отдавало, да, то есть там единственная какая-то серьезная структура, которая возникла, это Сибирское соглашение, да, то есть объединение, которое тоже, в общем, в итоге превратилось в какую-то очень странную организацию, не очень понятными статусами и полномочиями, вот, а все остальное, конечно, это там где-то, если и были какие-то серьезные попытки создать какие-то общие там межрегиональные средства массовой информации, там телевидение у нас какое-то появлялось, там общее на всю Сибирь, НТСС, да, по-моему, называлась телекомпания, которую везде смотрели. Ну, как-то оно все, в общем, ничем особо не закончилось. Но я бы хотел обратить внимание на современное некое состояние, почему я сказал, что вот некая заявка. Ну, во-первых, у нас в 2010 году прошла последняя перепись населения, на которой было 4166 человек, это, конечно, просто вот абсолютно мизер, да, то есть это очень мало людей, себя идентифицировали как сибиряки. А статистике этой, как бы, принято не верить, потому что у нас есть несколько волшебных регионов, вот, в том числе, извините, Кузбасс, да, так сказать, где, в общем, есть сомнения, да, что там действительно было записано так, как люди отвечали. Вот. А, опять же, есть там национальные какие-то регионы, есть глубинка в Алтайском крае и так далее. То есть, скорее всего, это было больше, насколько больше, никто не знает. Вот. А, ну, инициатором, это был 2010 год, наша статьи замечательная, еще не было того уголовного кодекса, как-то легче было дышать маленько. Инициатором считается житель Красноярска Александр Коновалов, по его словам, массовое явление сибиряков перепищиком. Это не призыв отделяться от России, а попытка привлечь внимание федеральной власти по полуколониальному положению территории, расположенной за Уральским хребтом. Примерно тогда же, вот 2009, 2010, 2011 года,
ну, где-то до 13-го, наверное, даже до 14-го года. В общем, в том числе, когда появилась эта наша статья замечательная, то есть происходит достаточно большое количество, ну, опять тоже какой-то с оттенком там клоунады. Вот, если помните, была там замечательная инициатива там «Покажем Москве и Сибирь», да, то есть с плакатами, с изображением Сибирского федерального округа. Вот. Ну, я так. Это не Сибирский федеральный округ, конечно, это Сибирский край, но если примерно, да, то есть понимаете, что Красноярский край, он туда на север продлевается. В общем, такая довольно красноречивая фигура, как выглядел Сибирский федеральный округ. Вот, ее предлагалось показать в Москве. Вот, был фильм Лоскутова нашего Артема и, по-моему, Митрофанов еще, не помню, кто это был второй. Нефть в обмен на ничто, то есть, ну, в общем, короче, какие-то оживления, какой-то дискуссии случилось, вот, и в 2011 году наш Новосибирский государственный университет, два человека, которых я, как бы так случилось, хорошо знаю, Алла Анисимова и Ольга Ячевская, два исследователя, два преподавателя, они провели достаточно масштабное исследование по сибирской идентичности именно. И вот я как раз во второй части хотел представить, ну, как некую заявку. Я на самом деле, ну, хочу обсудить это вот с барышнями, возможность продления этого исследования, потому что хочется, ну, во-первых, прошло уже почти 10 лет с 2011 года, другая эпоха, другие времена, другие условия, это раз. Во-вторых, они проводили методом качественного исследования. Очень хочется выйти на количественные, качественные методы. Если вдруг не знаете, они позволяют только обнаружить какие-то тенденции, но выводы, конечно, по ним делать нельзя. То есть выводы должны быть с цифрами. А вот, цифр по ним нет. А, значит, исследование проводилось на полевой этап, проводился сентябрь-декабрь 2011 года. Я сейчас тоже буду подглядывать немножко. Вот, и исследование проводилось в трех городах. Это Новосибирск, Иркутск и Омск. То есть в трех городах, ну, два города таких исторических. Один город очень молодой, с очень большим количеством понаехавших, да, то есть, наверное, самый понаехавший город в Сибири — это вот мы. Здесь действительно очень мало такого укоренившегося населения, которое прямо здесь давно живет, вот, в отличие от того же Иркутска или Томска. Вот. Ну вот, какие интересные, так сказать, проблемы были выявлены, и они вот, ну, вели к некой вот этой появлению и осознанию сибирской идентичности. Ну, во-первых, кризис промышленности связан с этим проблемой, с трудоустройством квалифицированных кадров. Низкий уровень заработной платы и жизни населения в целом, в результате чего квалифицированных кадров покидают регионы, качество человеческого капитала в регионе снижается. То есть уезжают лучшие, те, кто остаются. Ну, вот особенно, я не знаю, опять мне прям так тоскливо смотреть на Кузбасс, когда, ну, действительно, как просто вымывается все, практически все. То есть сколько ни строй там социализма в отдельном регионе, да, то есть рядом Томск 200 километров, Новосибирск 200 километров, и если хоть что-то хочется чуть больше, чем банка варенья и ложка печенья, да, то есть надо куда-то вот в сторонку ускакать. Отсутствие перспектив занятости, в первую очередь для молодежи, вследствие чего молодые люди выезжают из региона. Просто слова Николая Михайловича Ядринцева и Григория Николаевича Потанина. Несимметричность и слабая урегулированность миграционных потоков в регион и из региона. Опять же, ну, это миграционные потоки все. И внутренние миграционные потоки, и, так сказать, из-за пределов нашей родины, да, то есть есть там прям атакованные регионы, есть наоборот, так сказать, опустевающие регионы и так далее. Неразвитость инфраструктуры, особенно транспортной сети, объектов социально-культурного назначения. Та же самая беда, все все знают, ничего не надо как бы объяснять. Экологические проблемы, загрязнение окружающей среды, бесконтрольная вырубка лесов и так далее. Ну и вот опять нынешний год, так сказать, подбросил прямо огромное количество новых историй, многих проблем. Рассуждая о причинах этих проблем, многие высказывали мнение, что они вызваны несимметричными экономическими отношениями между федеральным центром и сибирским регионом, а также освоенческой установкой центра по отношению к Сибири. Программы освоения составляются исходя исключительно из соображений экономической выгоды.
Ну вот что в частности происходит с вашими разрезами, то есть все понимают, что в шахты лезть уже дорого, уже опасно, уже обваливается, уже там угля не осталось, давайте мы теперь все расковыряем, и пофиг, что там черный снег у нас в половине городов идет, это уже никого не интересует. То же самое с вырубкой лесов в Красноярске, край Томска, Иркутская область, там, с пожарами, которые экономически нецелесообразно тушить, ну и так далее. Это мы все с вами наблюдаем как бы в полный рост. А многие информанты говорят о том, что с начала 2000-х годов ситуация только ухудшается. Именно с этого времени сибирские предприятия в массовом порядке переходят в руки столичных собственников, в результате чего налоговое резидентство предприятий переносится в столичные регионы, соответственно, сокращаются налоговые поступления в местный бюджет. Это страшно актуально для такого города, как Омск, который просто погибает. Опять же, для Кузбасса это очень актуально, потому что у вас там сейчас, насколько я понимаю, там такой Евраз, да, все, как бы главный хозяин, который тоже платит налоги не у вас, а в Москве. Это, в общем-то, ну, вот я считаю, что Филёву на памятник ставит, да, вот, ну, сейчас уже Филёву одному, да, то есть за то, что он СССР, он не утаскивает Москву, то есть она по факту это переселилась, но платит она по-прежнему в город Топь Новосибирской области, то есть это резидент Новосибирской области, и вот огромную массу, ну, понятно, что там у них там немножко по-другому все, да, то есть это там не металлургическое производство, где вообще там налоги какие-то колоссальные, но тем не менее, да, то есть это вообще... Тогда же стали продавать частным собственникам из несибирских регионов и сибирские земли, включая муниципальные. В результате доступ местных жителей к этим землям, зачастую расположенным в рекреационных курортных зонах, оказался ограниченным. Побережье нашего Обского моря, так сказать, курортные места в Горном Алтае, на Байкале, не знаю, что у вас там в Шории делается, ну, в общем, короче говоря, в общем, тоже сплошь и рядом. Подобного рода факты вызывают у сибиряков недовольство, протестные настроения, которые приобретают характер протеста против политики федерального центра и приводят к четкой дифференциации и противопоставлению между Москвой и Сибирью, центром и регионами. Это мы все, опять же, на уровне, так сказать, нашего разговорного языка, да, того, что там неких кухонных разговоров, мы это все с вами прекрасно осознаем. При этом роль местных региональных властей, представляете, это еще в 2011 году все это было, что можно сказать о сегодняшнем дне, в большинстве случаев также оценивается негативно, но информанты не рассматривают их как отдельную самостоятельную силу. То есть если Тулеева не рассматривали как отдельную там, самостоятельную силу, да, то что сейчас говорить о нашем Травникове, да, вашем Цивилеве и так далее, которых местные жители просто не знают и не понимают, кто это. С Травниковым все совершенно... Все знают и все понимают. Уже понимают. Ну, так, вы что? Ну, свой человек. У нас, по крайней мере. Ну, я думаю, что новосибирцы очень многие могут сказать, что мы не знаем этого мужчину. Он у нас как-то вот там на выборах немножко засветился. И, в общем, как-то мэр заметил. Так никто ничего не сделать не может, другой разговор. А все это знают. Да. Все знают и понимают. Ну, это такой единственный вариант. Вот. От чего ушли, к чему возвращаться. Совершенно верно. Воспринимают как людей, которые либо состоят на службе в Москве, либо вынуждены уступать давлению из центра. Термины «Москва» и «москвичи» в данном случае употребляются информантами как синонимы федеральной власти, столичных коммерческих структур. Вот это тоже очень важный момент, потому что очень часто, когда говорят, что мы хотим отделиться от Москвы, то есть да, мы не хотим разделения, да, так сказать, мы не хотим отделения от России, да, то есть мы хотим, чтобы Москва нас в покое оставила, перестала душить нас, то есть это совсем про другое, то есть здесь никакого, это там, тоже про это подчеркивалось. Сознание информантов, социально-экономическое и культурное пространство России строится на противопоставлении Москва versus Сибирь или центр versus регион. Этим же противопоставлением, по их мнению, обусловлены проблемы сибирского региона. Кстати, возникает протестная форма самоидентификации сибиряк, основанная на сознании колониального положения Сибири. То есть мы здесь сибиряки, и нас там москвичи давят. То есть, ну, как бы мы сибиряки, они москвичи. Особенность менталитета, языка, характера, по мнению информантов, вполне могут выступать как основание, больше, чем просто территориальный или региональный признак для выделения общности сибиряков. Но опять, да, какой-то общий характер быта, какие-то общие словечки, да, общее понимание там, ну, чего-то, каких-то вещей. То есть, ну, я по себе просто заметил, что вот Дальний Восток, ну, наши, ну, не совсем, да, так сказать, уральцы наши, ну, не совсем, Кузбасс наши, то есть там Якутия наши, то есть, ну, просто, ну, я говорю, чуть теплее одеваться, чем здесь, а все остальное все то же самое. Те же там рыбалки, те же там шахты, те же, так сказать, там на работу там какие-то там
в отпуск в Сочи, сколько билеты на самолет стоит, ну и так далее. То есть вот все вот, вот тоже поле как бы абсолютно, вот и так далее. Различия в характере и менталитете людей становятся еще одной линией водораздела между Сибирью и европейской частью России, а также основанием, на котором формируется общность сибиряков. Ну, опять вспоминаю этот пример Белгорода, да, где, так сказать, земляки, и все вот до Тихого океана это все земляки. А вот с этими я, пардон, слово это из слов, это из песен слов не выбросишь, с этими хохлами мы дело не иметь не хотим. То есть, ну, там просто вот разделился город на две вот эти автономии, да, то есть они друг с другом стараются не общаться. То есть есть вот коренные белгородцы. Ну, то есть я считаю, что с Сибири какое-то вот бычье понаехало, так сказать, которое там непонятно себя как ведет. А сибиряки просто обращают внимание, что это какая-то необязательность, какая-то южная расхлябанность, и вот это вот, вот такое южанское все. То есть вроде типа обещали, не пришли, не принесли, не сделали, то есть а ты на них надеялся, там бизнес заточил, то есть, ну, в общем, и стараешься все, как бы я вот с этими хохлами больше дел не имею, я вот со своими вот там... С Хабаровской. Вот у меня есть надежный человек с Хабаровской, я с ним буду общаться. Ну, это такие странные какие-то вещи, то есть, ну, они происходят. Там про Краснодар кто-нибудь то же самое говорит. Вот. В интервью содержится описание сибирского характера и подчеркивается его отличие от характера жителей других российских регионов. При этом отмечаются такие качества сибиряков, как коллективизм, ценность неформальных отношений между людьми и дружеских связей. Очень важный момент, вот это я вообще прям отдельной строкой бы выделял, природа края для сибиряков, будучи ключевой составляющей их образа жизни, это то, что прям в центральной России прям очень четко замечаешь, что вот такого слияния с природой, да, то есть то, что у нас выехать на природу, там, не знаю, неважно, в тайгу, в горы, на море, да, то есть на Обское куда-то, так сказать, забуриться, вот, это прям вот наше все, то есть в центральной России и некуда, то есть особо, потому что, ну, все городами, так сказать, переполнено, и вот этого действительно ощущения, вот его нет, то есть, ну, просто нет, ни в Подмосковье, ни где-то там в центральной России, то есть это если там уже куда-то на север, опять же, ехать, или наоборот на юг, да, там, на Кавказ, там еще что-то такое. А вот это вот все эти выезды там на неделю на рыбалку там, блин, по Оби там или по Томи куда-нибудь там забуриться, это вот что-то вот наши какие-то такие штучки. Будучи ключевой составляющей их образа жизни, является особой ценностью, служит еще одним важным основанием для коллективной солидарности. Жизнь в Сибири – это прежде всего жизнь в тесной связи с природой, что в сознании сибиряков исключительно значимо и существенно отличает их образ жизни от образа жизни в других регионах России. Еще одна черта сибирского характера – это предрасположенность к свободе. В Сибири не было крепостного права с условными, да, так сказать, вещами, то есть мы не считаем там, это Алтайский горный округ, да, где там рекрутский набор был заводской, это фактически то же самое крепостное право, которое еще пострашнее было, да, или там город Змеиногорск, где под землей люди жили. То есть, ну вот, если это все не брать, то да, в целом остальном как бы люди жили вольной жизнью. Вот. В Сибири не было крепостного права, зато там оказывалось много бунтарей сильных, что, по мнению информантов, хотя и в меньшей степени, но ощущается в Сибири и в наши дни. Но в этой предрасположенности есть и другая сторона. Свободолюбие зачастую оборачивается неумением договариваться, приматом собственной правоты, перед готовностью идти на компромисс и действовать сообща. Вот для Новосибирска это чертовски актуально. Если в 2014 году могла как бы вот там наша так называемая оппозиция там консолидироваться вокруг странной фигуры, но все-таки фигуры, да, вот которая сейчас мэром нашим является. Ну вот по-прежнему живем в пространстве под названием, извините, опять же, за бедные встречи, каждый суслик агроном, да, то есть, и в общем, каждый сам за себя, 16 кандидатов, вот, одеяло растащили, растянули, договориться не смогли, и, в общем, получили праздник жизни, именины сердца, то есть, в общем, полный набор фриков в избирательном бюллетене, то есть, ну, в общем, смешные выборы. Вот, это, да, так сказать, наша такая тоже сибирская особенность, для Новосибирска, наверное, острее всего, хотя, опять же, вот единение, которое Кузбасс после зимней вишни продемонстрировал, это, конечно, была совершенно феноменальная вещь. То есть, и если там не услышали этих звоночков, то очень зря на самом деле. Потому что это звоночки, это просто уже такие прямо очень крутые были звоночки. У нас же еще социальные там с разрезами движуха идет очень веселая, которая не показывает. А я знаю, да. Ну, знаете, вас... Северная Корея у нас там. Да, да. Вас там весело. Да, вас там чаепитие арестовывают, я слышал, да. Ну, вот, там, вот. Там за любовь к родине. За плакат «Я люблю Россию», не копали. В общем, вот такая история. Кроме культурных и ментальных характеристик, объединяющих сибиряков,
встречается понимание сибирской общности как новой политической солидарности, основанной на сознании жителям территории своих прав на своей земле. Формирование политической нации сибиряков может способствовать тому, чтобы интересы населения региона реализовывались более эффективно. Я напомню, это исследование 2011 года Новосибирского госуниверситета. Я прям очень такую выжимку взял. На самом деле исследование очень большое, практически все статьи они доступны. Были большие и в виде интервью Анисимовой, и в виде интервью Оли Ячевской, и отдельные статьи, но я взял отдельный вот именно кусок, посвященный именно политическому направлению, ну такой просто вот сделал из него резюме, тоже статья такая достаточно большая, объемная, то есть, ну в общем, и мне прям кажется, что в общем пришла нам пора все это дело еще раз померить, и надеюсь, что мне бы это было прям ужасно интересно, вот мы с Аллой так предварительно как бы разговаривали на эту тему, ну в общем, не знаю, Оля сейчас занимается проектом под названием «Холи Сайберия», если знаете, «Святая Сибирь», то есть такой очень веселый проектик, футболки с надписями «Мультифора» и там прочими словами, которые нигде, кроме нас с вами, никто не понимает. Вот. Знаете, что нигде никто не говорит «Мультифора», все говорят «Файл», вот. «Мультифора» говорят «Новосибирский» и, в общем, в всех городах, которые покупали эти «Мультифоры» у нас в Новосибирске. Соответственно, привозили к себе там в Кемерово и говорили, что это мультифор, потому что так новосибирские это сказали. Вот. Ну, правда, это слово не знает никто и нигде, то есть, кроме Сибири. Говорят еще очень приметное слово «печенюшки». У нас, знаете, есть опять же чудесный у нас краевед Саша Матвеев, он даже выпустил книжечку. Там, правда, еще очень много топонимов новосибирских наших, вот словечек всяких там. Но вот там есть это словарь как раз сибирских словечек. Там есть тоже слова, я прям даже границу знаю, где это слово еще знают, а потом уже не знаю. Вот соседние два региона, Пермский край и Ижевск, Удмуртия. Вот в Пермском крае знают это слово, в Ижевске его не знают это слово «вихотка». Это чисто сибирское слово, в Центральной России его не знает вообще никто. Можете спокойно проверять на вихотку, вас свою, да, до Перми вам все будут говорить, что это что, что вы меня спрашиваете, что за глупый вопрос. Вот. А, да. Дальше. Пароль, коды, явки уже знают. Ну вот, собственно говоря, я попробовал, так сказать, рассказать про ту самую сибирскую идентичность вот в неком ее там генезисе, да, то есть от момента основания, когда-то тема вот этой особого. Я все-таки не называл, ну, слово сепаратист мне вообще не нравится, то есть потому что вообще, понимаете, очень легко как бы все объявить сепаратизмом, сказать, ну, так сказать, сепаратистами ясно, что делать, да, то есть сепаратисты это враги государства, они, очевидно, подлежат какому-то там уничтожению, если не физическому, то вот идейному. А когда люди, так сказать, ну, по сути, это первые русские федералисты, первые русские автономисты. Когда-то тема вот особого сибирского пути считалась гораздо более развитой, чем тема, допустим, украинского особого пути. И как раз у того же Потанина есть призывы к украинцам, так сказать, свое областничество развивать. Но там все пошло немножко по-другому, там сценарию, в том числе не без участия соседних держав, вот. Но и пошло по национальному, что Потанин-то особо подчеркивал, что национального деления нет, мы те же самые русские, просто на других условиях по другому пути пошли, ну как американцы и англичане в анамнезе это тоже один народ, да, то есть, ну вот немножко разошлись, потому что на разных землях жили, вот, и вопрос-то вот именно в таком виде, да, то есть, ну, чего будет дальше и как, в общем, самый-то главный вопрос, что это нельзя отрицать, это совершенно очевидно, и это взрыв интереса к местным историям, я не знаю, как у вас в Кузбассе, хотя там тот же Полухин там у вас достаточно активно действует, да, и так далее. Новосибирск — это взрыв разнообразных вот, экскурсий местных, которые музей Новосибирска вводит, там опять же вот появление этой площадки, оно, так сказать, тут. Сам еще не сказал Роман, что оно там будет иметь какой-то там сибирский оттенок, да, то есть местнический. Вот, ну вот как-то оно так. Ничего в жизни не меняется, потому что все знают, что Сибирь матушка-кормилица. Если позволить ей быть самостоятельной, то
естественно, все остальные подтянут животики и протянут ноги. Поэтому, разделяя власть, всегда было, было и будет, пока эта жизнь существует. Поэтому хочешь, не хочешь, а колония есть, и ее именно так ресурсы используют. Все ниточки идут, естественно, только в Москву. Заводы, и так и будет. Поэтому, причем политика, она ужесточается, и дальше будет только хуже. Лучше не будет. Это можно точно сказать. Даже взяв нашу Кемеровскую область. Наша Кемеровская область, даже при том же, ну, предыдущем, так сказать, руководителе, она щадяще вырабатывала угольные все наши достояния. Сейчас она ни на что не смотрится, разрезов только стало больше. Лесной массив просто выкашивается. Куда он возится, там в Китае или еще неизвестно куда. Всегда от Кузбасса было очень страшное ощущение, потому что едешь совершенно по фантастической тайге или там каким-то холмам. Только юг сохранился сейчас. Да, холмам, лесам там и так далее. И все это очень кайфово. И всегда такой полный кошмар, когда ты въезжаешь, неважно, как город называется, Киселевск, Гурьевск. Они какие-то все абсолютно одинаковые. А сейчас просто все как-то становится все ужаснее и ужаснее. Терриконы, по трассе уже едешь, терриконы везде. Сплошные терриконы, да, горы срубили. Некоторые города уже просто откопали. А если раньше было в Новокузнецке, мы знали, что Роза Ветров всегда шла с Алтая, и мы знали, что оттуда поступает свежий воздух, то сейчас оттуда поступает свежая пыль. Потому что все обкопали, и все, скажем так, леса сносят с лица земли. Если вот раньше у нас был юг Осинники, да, ну там была один, так сказать, одна шахта Аларда. Сейчас там уже существует три разреза, а между Осинниками еще южнее, в сторону Междуреченской мыски, еще три надела, трех разрезов, и весь массив между двумя городами просто сносится. Ну а размеры представьте, вот эти как здесь на Сибирске центральный вот этот, это так разрезики есть. Вы по спутнику посмотрите, такие дела тут смотришь и не видишь. Одна да. Воронка скоро будет. Да, поэтому что... как, при лесных пожарах скоро через я границу, застал, побежим. Я застал Беловское землетрясение. Я его застал, Беловское, которое выше. А это вообще все это радиация. Потому что все недра, которые разворачиваются, они же не культивируются. Если раньше была культивация какая-то, просто хотя бы формально, но она была. Сейчас уже все озера бросают, затапливают, но тем не менее радиация от этого становится только больше, фон. Мало того, сейчас еще добыча марганца пошла. Это то, что вообще было запрещено всегда в Кузбассе. А это сейчас махровым образом шарахает по всему югу Кузбасса. И Таштагол, кстати, это один из мощнейших разработок марганца. Поэтому, считая того, что да, вот этот курорт теперь уже не курорт. Вот. И зона отдыха, конечно, это страшное дело. И просто формально туда деньги вкладывают, отмывают, а по факту губят, просто природу убивают. То есть Кузбасс, хоть его и не любят, но его настолько уничтожают. Да нет, не любят, это я именно в вашем значении. То есть, конечно, это как реально как черная дыра, как хочется закрыть глаза и что не знать и не смотреть, что там происходит. И, так что думаю, что она текет, река одна текет до Томска, часть в Новосибирск уходит. Это все протекает ко всем. И задача муниципалитетов только лишь состоит в том, чтобы гасить народное недовольство. У нас постоянно идут восстания, забастовки. Да, но это локального характера. Деревня перекладывала дорогу, это как восстание. И приехал ОМОН, хотя там, когда кипиш, ОМОН не приезжает. Ну, вообще, это там... И перестройка началась, собственно говоря, с Междуреченска, когда вышли все. Да, Междуреченск, да. Хотя у нас боятся, с одной стороны, понятное дело. И всякие у нас личности яркие, и криминал тот же самый в Новокузнецке, в Москве, который тоже все боялись в свое время. То есть, что тут говорить, ссыльная Сибирь, она всегда была вольной. А это, кстати, наследие того. Также еще идея такая, у вас не прозвучала, поколение, что если посмотреть, второе поколение жило за Уралом. Много все равно даже сейчас
третье поколение. А-а-а. Нет, но там кто нет. Прям вот вспомнить, вот, с кем говорить. Я вот таких даже никого из родственников и не вспомню. На самом деле, если покопаться как бы в своих корнях, то, ну, я практически больше чем уверен, что вот этих лапотных кровей у нас, это самая большая у нас кровь. Вторая, это, конечно, советское переселение, то есть, причем, ну, начиная с 30-х годов, оно все немножко разное, там, ну, разные этапы, потому что понятно, что Кузбасс — это одна история, там, когда все эти КМК и так далее, все ваши строились, да, шахты осваивались. Вот это одна история, причем туда, в том числе, кстати, шли и коллективизированные крестьяне с Алтайского края, так сказать, разорившегося, которые шли в Новокузнецк, потому что там работа была и жрать давали элементарно, извините за бедный стрич. Вот, ну и так далее. То есть и там, если покопаться, то вы, в общем, до тех же самых лапотных докопаетесь. Вот, понятно, что это лагерные, вот, освободившиеся и оставшиеся, репрессированные, и неважно, там уголовка, не уголовка, я бы, строго говоря, вообще-то не делил бы, потому что огромное количество статей в сталинской, так сказать, УК, они были уголовными, по, ну, говорят, что там, а что вы говорите там про 59-ю статью, что вы там 59-й, там больше половины было уголовных. Внутри Колоска это тоже уголовная статья была, то есть, если так, на всякий случай. Вот, поэтому и по ней там ни амнистии, ни реабилитации, ничего не произошло. То есть, они как были осуждены вот, там, за какие-то там, то, что там мешок зерна там украл, чтобы детей накормить, так и все они считаются по-прежнему преступниками. Вот. И там все очень такие спорные вещи. Ну, понятно, там дальше какие-то комсомольские стройки, которые были там, опять же, там добровольные, недобровольные, там за длинным рублем или за коротким, но тоже ехали и в 60-е, и в 70-е, и тот же Академгородок, и все эти ГЭС там многочисленные, и прочее, да, там БАН и все такое прочее. То есть, поэтому, да, наслоений-то достаточно много, но вот если корешки-то как бы считать, то корешки, они, ну, в общем, челдонские корешки, вот, переселенческие, ну, это вот два таких основных корня, которые здесь, так сказать, торчат у всех, ну, не знаю, почти у всех. Вот. Плюс опять, это замечательная фраза Высоцкого, да, как бы два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь. То есть, во-первых, это вот эти все многочисленные переселения, да, то есть, межрегиональные сибирские, когда из Алтайского края там в Якутию выселяли или бежали там в Кузбасс, чтобы там работать, да, или там в Новосибирск, чтобы там работать на каком-нибудь комбайне. Таких историй здесь миллион на самом деле. Но и сейчас происходит. И сейчас происходит, по идее, конечно. Поменялось. Конечно. Вот есть работа в Новосибирске, есть, конечно, работа в Томске. Ну вот, нет, да, я прекрасно понимаю, что Новосибирск, он, да, по-прежнему, так сказать, является, вот, выполняет роль такой вот местной Москвы, да, то есть, ну, мы без финансового ресурса только, так сказать, поэтому, когда, ну, собственно, что с Полухиным-то, он там обвиняет каких-то там заговоров сионских мудрецов, что мы тут все деньги Сибири Новосибирск съел, да, то есть, ну, вот, походите, мы тут от денег-то прям вот аж ломится все, вот, это, как говорится, не наша вина, а ваша недоработка, то есть, что, в общем, как-то в Кузбассе вот, там более талантливо профукивается все это, чем здесь, то есть, ну, это... Просто Кузбасс — это, в общем, житница промышленная, поэтому ее и съедают. Новосибирск никогда не падала численность населения. То есть даже его при... спасает культура и наука. Его спасает культура и наука, его спасает, Кузбасс и Алтайский край, которые, ну, сюда это, да, бегут. Все равно счастливая жизнь. Культура и наука. Вот это вот дает возможность Новосибирску жить. Ну и торговля, конечно, чего. А это уже идет последствия того. Сейчас, ну, да. Люди культурные и умные, они всегда найдут возможность приторговать и заработать. Вот культурные умные, наоборот, не найдут. Да, приторговать. Ладно, тоже дискуссия. Да. Да. Какие-то еще есть вопросы, замечания? Вполне, как сказать, остро актуально. Самое главное, что реально яркая жизнь земельного плана. То есть она... Не то, что там пишут в газетах, а именно то, что реально происходит. На вашей лекции просто четко отразили, и вы на правильном, так сказать, понимании. Мы вас полностью поддерживаем. Спасибо большое за понимание. Спасибо вам. Да. Мы так и живем. Так что денег нет, но вы держитесь. Спасибо. Все. Спасибо. Будем держаться. Спасибо вам за внимание.